Доброе утро, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я, Эдуард Петер. И сегодня мы попробуем с вами интересную вещь. Ну, для меня, во всяком случае, интересно. Я хочу так взять сейчас диамант. Нет, не хочу взять диамант. Я хочу взять вот этот бриллиант. Вот. И сейчас я попробую, знаете, что сделать. Совершенно по другой программе, какая-то там CAD, что ли, еще что-то. Восстановить это в блендер. Увидел колечко интересное, на мой взгляд. И сейчас мы с вами будем это дело имитировать. Поднимем сначала, так, посмотрим отсюда. Поднимем сначала на высоту определенную, очень определенную, кстати, высоту. Так, GZ, ну, где-то вот так. Okay. Ну и дальше, так. Далее мы возьмем с вами обыкновенный цилиндр, вот так. Кстати, это можно малость уменьшить, слишком большой. И опустим его. Опустим теперь уже вниз. Хотя можно это поднять по оси. Так, опускаем вниз. И смотрим, сколько нам надо тут чего. Допустим, он будет сидеть вот так где-то, да? Так, кто из них врет? Ноль. Вот так вот это врет. И это врет. А нет, по оси пускай. Сверху. А сверху все хорошо. Так, раз сверху все хорошо, давайте мы его сейчас раздвинем. S. Я хочу что-то вот такое вообразить. Так, дальше переходим в Edit Mode. Начинаем фантазировать. И. Так, я там такую хочу бороздку сделать, ребят. И здесь и. Еще раз. И. Вот здесь как бы вот она сюда входит. А здесь должны быть маленькие бриллиантики такие. Угу. Но. Здесь еще один должен быть. Ctrl-R. Так, и здесь мы должны это утопить. Где? О, вот эту. Тадам. И сужаем. Смотрим примерно, как она сужается должна. Вот так. Так, теперь вот это. И тоже заводим это дело вниз. Экструд. Так где-то, да? Я такой, что чуть расширил. Нет, не это уже, а вот. Нет. Нет, давайте так сделаем.
Хотя что ж такое? Это сверху глянем. Немножечко расширим. То слишком толстая получается это у нас. Вот так. А здесь. Нет. Здесь, наверное, пускай будет. Или чуть-чуть все-таки сжать еще. Вот. Не сильно ли мы ее увлеклись? Так, G по Z. А то будет тут делов. Так, вот сейчас самое интересное будет. То есть нам надо, по сути дела, опустить теперь вот этот вот предмет внутрь. Так как мы не делаем точную копию, то и таких вещей нам тоже и не надо особо точными быть. Вот мы так вот поставим сейчас. И маленечко раздвинем. Может быть, даже посадим ее глубже. Да. Вот так оно будет хорошо. Сидеть там, где нам нужно. Отлично. Но нам предстоит следующее еще. Так, давайте, во-первых, перейдем в Edit Mode. Перейдем в прозрачный режим этот, я его называю. И давайте выберем вот эту часть. Ее поднимем. Поднимем под эту. Это вот так, я думаю. А теперь мы ее сожмем. Так. И здесь сделаем Ctrl-R. Раз. Три. Вот так. А дальше очень просто все. Мы убираем вот эти ребра. Да. И сейчас сделаем следующее. Возьмем вот этот пропорциональный эдитинг. Возьмем G. И попробуем сделать вот такую. Но. Не трогая вверх. Ни в коем случае не трогая вверх. Ну, мы тут наделали, конечно. Надо встать вот в это положение, выбрать действительно то, что нам нужно. Вот так. Теперь. Или просто вот выделим сам эти. Так. Тут. 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 И тут. Теперь включаем. G. И начинаем формировать то, что нам нужно. К сожалению, не совсем это получается. Поэтому откажемся от этой идеи. Возьмем другую.
Вот так выделим круг. Выделим вот это. Раз. И теперь S. Так, вот так будет точнее гораздо. Ну, я учусь, ребят. Я учусь вместе с вами, как нам лучше делать что-то. Теперь вот этот тоже S. Вот так делаем. И вот этот S. Я знал, что у нас все получится. Так, прекрасно. Теперь здесь. Потому что я уже знаю, что если мы будем делать с вами сабдевейс, а мы будем делать сабдевейс, то нам нужно будет позаботиться о том, что наши ребрышки все будут чистые. Поэтому подведем сюда. Опять же, Ctrl-R. Я все забываю вам включать вашу любимую подсказку. Так, здесь то же самое. Нет, лучше так не делать. Вот уже по одной Ctrl-R подвинули к этому краешку. И Ctrl-R подвинули к этому. Все прекрасно. Теперь то же самое последнее, ребят. Последнее, последнее. Здесь. И вот так. Там все нормально. Вот здесь я что-то переборщил. Ctrl-R. Надо двигать край, но иметь предел. Ctrl-R. Вот так. Я думаю, это будет хорошо. В всяком случае, мы сейчас посмотрим, ребята. Если мы возьмем и скажем, вот это наше все. Вот посмотрим, да, вот так это выглядит. Всегда можно увеличить. Так, и давайте, я чувствую, здесь нам придется и здесь еще сделать. Ну, давайте сразу, наверное, сделаем, чтобы не испытать культурный шок. Так, Ctrl-R сюда вниз. И здесь Ctrl-R. Да, у нас будут очень хорошие грани. Есть. Ну, теперь давайте воспользуемся тем, что мы тут натворили. Так. Модификатор Subdivice Surface. Так. И еще Smooth. Объект, делаем смус. Делаем смус. Ну что, я вас поздравляю, очень красивая штука. Вот тут мы, правда, не додумали немножко. Но разве это нас когда-то останавливало? Никогда. Мы сейчас просто возьмем вот этот. Так, и теперь и вот так. И я думаю, что надо это наверх еще пустить. Так, сейчас еще раз сделаем минуточку. У нас будет чудненькая такая штука. Теперь мы посмотрим ее так. И давайте мы ее подавим наверх. G. G возьмем. А, это можно вообще удалить. Зачем нам нужны лишние полигоны? Хотя здесь не критично, но все равно.
Так, мы сейчас возьмем вот этот, скажем, F, E вернее, да, и потянем наверх. Ну не так же, да? Наверх тянут вот так. Так. И теперь S. Так вот раздвинем. Да и все. И ничего будет не видать. Тут нам надо еще один сделать контроллерчик. Вот сюда его подвинуть. И тут. Все. У нас получился довольно-таки чудненький конус внутри с бриллиантиком. И теперь мы вот тут их разбросаем много-много-много-много. Окей? Хорошо.